Как обычно в это время мы говорим о главном за неделю. С вами Ирина Субеева. Здравствуйте. Казань на уходящей неделе встречала известных финансистов. В столице Татарстана прошел форум инновационных финансовых технологий «Финополис-2016». Инициаторами его проведения стали местные власти и Российский Центробанк. Площадка объединила экспертов, представителей компаний, занимающихся новыми технологиями, и регуляторов финансового рынка. В программе форума самые актуальные темы, например, кибербезопасность и работа банков, как и IT-компаний. Финополис дал толчок гораздо более значимому процессу. Между этими двумя форумами шла реальная работа во взаимодействии, совместная работа с участниками рынка, чему мы очень рады. Мне кажется, за этот год между двумя форумами нам удалось серьезно продвинуться и в понимании тех вызовов, которые стоят перед всей нашей индустрией, финансовой, технологической и перед экономикой в целом, и даже продвинуться по ряду совместных проектов. Банк, проездной и полный пакет личных документов, многофункциональные пластиковые карты теперь доступны зеленодольцам. Город стал площадкой уникального проекта «Карта жителей Республики Татарстан». В информационном эксперименте задействованы практически все ведомства района. Пенсионерка пришла в отделение Сбербанка, увидела, что очередей нет, все окошки работают, у вас здесь ловить нечего, и уж вас подавить на ступеньки. Вот нам предстоит сделать то же самое, что Сбербанк сделал. С помощью системы информационных карт полностью избавиться от очередей в больницах и недопонимания между пациентами и медперсоналом. Утопия, но как минимум наполовину реальная. Новая пластиковая карта – это носитель всей информации, начиная от номера страхового полиса и заканчивая банковским счетом. Если раньше, чтобы попасть в то или иное учреждение, необходимо было нести с собой кипу документов, то теперь вся информация хранится на маленьком кусочке пластика. Карта жителей Татарстана включает в себя 16 цифровых сервисов. Она и транспортная, и банковская, и даже социальная. Благодаря персональным данным можно быстро записаться на прием к врачу, получить детское питание на ребенка. Карта также и медицинская книжка, где написано, когда пациент болел и чем лечился. Рецептов с непонятным почерком, когда фармацевт не может разобрать, сам больной не может разобрать. Купить лекарство по рецепту в аптеке теперь не составляет труда, при том освобождена от сложностей обычной процедуры, как пациенты, так и фармацевты. Не всегда этот рецепт в надлежащем виде, потому что больной может быть в карман положить, еще что-то с ним делать. Здесь четко и ясно видно. Дозировка, препарат, дозировка, способы применения. Конечно, это очень ускоряет работу фармацевта. Владельцы карты сегодня имеют государственные сети аптек, имеют скидку. Если ты прошел диспансеризацию, ты получаешь еще скидку. И это только в сфере медицины. Оплатить общественный транспорт, узнать о льготах и социальных преимуществах, написать заявление. Во всех ведомствах установлены специальные терминалы для этих карт. В Зеленодольске первым ее получил глава района, но и остальные жители не против. Молодому поколению, наверное, нужны. Они более мобильны, более такие прогрессивные. А пожилым, наверное, нет. Ну, удобно, то, что не надо будет носить кучу документов с собой. Просто одну карту положил. Хоть в портмоне, хоть в кошелек. Все данные твои есть. Елизавета Саляхова, Рустам Залиев. Новости Татарстана. Исследуют экономическую ситуацию в стране, и социологи, по данным опросов, треть российских семей не хватает денег на самое необходимое. Татарстан не исключение, в республике растет число бедных. За год рост этого показателя превысил 8%. Сейчас за чертой бедности 293 тысячи татарстанцев. На 10% сократилось и число россиян, относящих себя к среднему классу. При этом таковыми себя сегодня считают более половины жителей страны, отмечается в исследовании. Не только уровень доходов определяет, относится человек к среднему классу или нет. Сюда относится все, что определяет образ жизни человека. Да, это и наличие жилья, и каких-то иных материальных благ. Участочек какой-нибудь там, может быть. Да, дачка. Наличие, скажем, сбережений и возможности их делать. Да, потому что человек, который полностью расходует то, что получает, и не имеет возможности откладывать себе на черный день, то, ну, это уже, наверное, не... Вот это ко мне относится 100%. Я про себя знаю. Это... Ну, как бы уже не совсем признак среднего класса. Да, конечно, люди разные есть, они по-разному себя потребительски ведут, но в целом для среднего класса характерно
наличие возможности приобретать что-то, да, то есть обеспечивать из себя всеми такими необходимыми какими-то, да, и иметь возможность на еще купить еще что-то и что-то отложить. Угу, да, все, и что-то отложить. То есть средний класс – это сберегатель, это потенциально инвестор, который своими сбережениями поддерживает экономику. Вот это отнесение к среднему или не к среднему классу, насколько я понимаю, носило довольно субъективный характер. И вот эти цифры ваши – это результаты каких-то, скорее, опросов. Угу. Да? Ну, это самоощущение человека. Да, человек потерял в доходах, повысились цены, он не может теперь позволить себе то, чего он мог позволить 2-3 года назад. Естественно, кто-то потерял ощущение принадлежности к среднему классу. Потому что самоощущение – это такая вещь субъективная, и человек мог под воздействием кризиса передумать. Да, понять, что на самом деле нет. Он не средний класс. Через год его спросили, ну как вы знаете, все-таки не средний класс. Да, а еще через 2 года скажут, да нет, все-таки, наверное, средний. Это вопрос самоощущения. Что же касается цифр, я специально посмотрел распределение групп населения по уровню доходов по России, по Республике Татарстан. Вы знаете, на самом деле распределение очень мало изменилось, допустим, там, 13-й, 14-й, 15-й год не очень изменилось. То есть доля людей, которые относятся к низшим 20%, следующим 20%, следующим и так далее, они изменились в пределах 1-2% пунктов. То есть сказать, что вот 10% населения резко перешло из одной категории в другую, на самом деле нельзя. Поэтому эти 10%, наверное, в большей степени я бы списал на самоощущение. Самоощущение. На самоощущение, на ощущение того, что раньше мог себе что-то позволить, сейчас не могу себе этого позволить. И вот это ключевой момент. Дело в том, что в последние годы, где-то начиная с 2004-2006 года, наше население накапливало задолженность по кредитам. Да. И не только и по ипотечным или автокредитам, но и прочим кредитам. То есть мы начали жить не посредством. Угу. Естественно, мы начали потреблять то, что не заработали, потреблять больше, чем зарабатываем. И экономическая дубинка тряхнула. Как только эта возможность исчезла, да, или возникло скорее понимание, что дальше так нельзя. Естественно, когда мы переходим из режима накопления долгов, когда мы потребляем больше, чем зарабатываем, в режим погашения этих долгов, то есть потребляем меньше, чем зарабатываем, то, конечно, уровень потребления понижается, и возникает ощущение, что я стал беднее, что я теперь не средний класс, я не могу себе что-то позволить. Кто должен обеспечивать ребенка рабочими тетрадями в школе и канцтоварами в детском саду? Министерство образования и науки Татарстана разместило на своем сайте информацию об обращениях граждан по вопросам коррупционной направленности в образовательных учреждениях за сентябрь. Всего за месяц поступило более 1500 обращений, факты подтвердились в 35 случаях. Почему такую неразбериху создали? Потому что на сайте Министерства образования периодически появляются какие-то рекомендательные письма, да? Или объяснение, что рабочая тетрадь является индивидуальным средством обучения, да, и она не приходится в школу. Но здесь позиция Министерства России однозначно. Рабочая тетрадь по ГОСТу относится к учебным пособиям и должна выдаваться бесплатно. То есть сама школа обязана закупать
эти рабочие тетради? Нет. Я правильно понимаю? То есть рабочая тетрадь, она, как и учебник, должна заказываться. Угу. То есть у нас сейчас по учебникам как обстоят дела? То есть школа делает заказы Министерства образования. Так. Все денежные средства, бюджет на учебники находится у нас на счетах Министерства образования Татарстана. Так. И также должны заказываться учебные пособия. Но так как мы видим позицию нашего Министерства образования Татарстана, поэтому у нас сейчас родители рабочие тетради покупают. Потому что здесь нет четкой позиции, как должно это все происходить. Формулирует заказ руководство школы. Руководство. То есть оно делает заказ и говорит, да, о том, что нам в этом году необходимо столько-то учебников и... Согласно, допустим, законодательству Российской Федерации об образовании, на столько-то таких-то тетрадей. Да. Учитывая, что есть разногласия, я так понимаю, разночтения в Министерстве образования Республики, да, происходит небольшая, и России происходит небольшая неразбериха. То, да, есть некоторые руководства школ просто в принципе не заказывают эти тетради, а потом выясняется, что они нужны. Нет, у нас составляется рабочая программа учителям, которая... прописывает как раз все средства обучения. Здесь прописываются и учебники, и рабочие тетради. Угу. Это рабочая программа по предметам. То есть вот у нас есть математика, русский, да, они все отдельные, эти рабочие программы. Она утверждается на педсовете и утверждается директором учебного заведения. Так. На основании этой рабочей программы должны делаться заявки на учебники и учебные пособия. Угу. У нас сейчас по факту принимают только учебники Министерства образования. Учебные пособия, они у нас отбраковывают. И получается вот такая двоякая ситуация. То есть здесь система построена вот на, вот именно на этих приоритетах, да, что одни боятся за детей, другие боятся потерять работу. Хотя если копнуть дальше, директор тоже боится потерять работу, он тоже находится на службе. С него тоже спрашивают. С него тоже спрашивают. Вот. Поэтому эти рабочие тетради раздора, я их считаю, да, им действительно должно заняться Министерство образования Татарстана. Там у нас есть родительская плата, притом довольно-таки высокая. Да. Поэтому все средства обучения должны предоставляться бесплатно. Угу. У нас есть сетка занятий в садах. Это сюда входит лепка, аппликации, рисование. И все, что вот для этих уроков надо, должен приобретать у нас детский сад. Но у нас опять-таки Министерство образования Татарстана выпустило письмо, рекомендует они собрать папку индивидуальную, в которой должны находиться те же самые альбомы, краски, пластилины и все, что необходимо для этого обучения. Это на основании этого письма у нас даже в Челнах решили ввести дополнительный пункт, что родители обязаны принести эту папку. Но вот смотрите, даже по этому пункту, да, мы пытались его аннулировать здесь через прокуратуру, которую у нас ввели в набережных, да, Челнах, да, по концтоварам. Мы пытались его как-то через Министерство образования убрать. У нас не получалось, пока мы не обратились в департамент Российской Федерации. Так. И вот на основании этого они сказали, что не соответствует стандартному договору между родителями и садиком, и попросили их убрать этот пункт, который обязан родители приобретать эти концтовары. И сейчас там даже у нас написано в ответе, да, что чтобы они привлекли ответственных лиц за, как раз вот за эти нарушения. У нас это все есть, все и есть, можно сделать. Единственное, что у нас до такой степени привыкли, что родители за все заплатят, что уже вот эти позиции, да, их просто не рассматривают со стороны, чтобы это сделало учебное заведение. И мы сейчас родители просто учим написать заявление, прошу предоставить моему ребенку концтовары для дошкольного обучения или учебные пособия, то есть в зависимости от того, что надо. В двух экземплярах приносите это директору или заведующей, она это регистрирует, ваше заявление, должна дать ответ. Этот ответ мы уже контролируем, что она напишет, как она ответит, да? Выдадут ли ребенку концтовары или учебные пособия. По факту все, кто писал, у нас всем выдали. Родители уже теперь даже не останавливаются, да, на достигнутом, им выдали коробку, да, там на, скажем, 12 цветной бумаги, карандашей, да, по 12 штук, они уже хотят, чтобы всем выдали. То есть это очень заразительный процесс.
Елабужский лесной питомник подготовил очередную партию саженцев. Сосна горная, ель сербская, боярышник, арония черноплодная – это лишь некоторые сорта, которые выращивают опытные агрономы. В эти дни молодые деревья и кустарники на расхват. В республике проходит акция «День посадки леса». Сюжет Юлии Шабановой. Называют ее голубая ель. Она из 100 семян вырастает где-то процентов 10-20 всего сизой и голубой ели. Остальная просто ель колючая. Мастер питомника елабужского лесхоза Константин Парамонов обходит свои владения. Каждое дерево аккуратно высажено, четко виден возраст саженцев. Вот чтобы в лес высадить саженцы, елку выращивают 3 года, сосну выращивают 2 года на питомнике. Очень много болезней у них. Территория питомника 18 гектаров, это по 4 гектара на каждого сотрудника. Работа организована круглый год, иначе нельзя, упустил момент и нет саженцев. На ней собираем шишечки, вот такие. И шишки потом, они, когда сушатся, открываются, и из них извлекаются семена с крылатками. Потом идет переработка семян, обработка бескрыливания. И вот эти семечки, из этого семечки вырастает вот такое красивое дерево. Мария Турпещева шутит. Мы как в детском саду. Сначала ясельная группа из семян выращивают посадочный материал, потом перевод в дошкольную, пересадка, ну а после школьная группа, то есть посадка по одному. Труд, естественно, уж нелегкий. Лопата, земля. Полем все лето, да, мотыгами. Тяжелый труд. Тяжелый труд, да? Ну, любим. Не любили, да, не пришли. Да. Елабужский питомник смог пережить без потерь даже аномальное жаркое лето 2010 года, ведь у местных лесников есть свой секрет. Полив мы не производим, у нас в естественных условиях все это проходит, они спартанские условия, они сами растения стараются к жаре привыкать, у них обезвоживание клеток происходит, и они в этом состоянии жару переносят. Лесники призывают жителей Елабужского района активнее участвовать в акции «День посадки леса». Сегодня к ней подключились сотрудники предприятия «Елабугагаз». Они высадили 100 саженцев. Школа номер 3 – более 50, а школа номер 1 – 40 деревьев. Всего за неделю лесниками и жителями города уже высажено более 1500 саженцев разных пород. Юлия Шабанова, Альфина Хузина, Михаил Филатов. Новости Татарстана. Акция называется «День посадки леса». Начало этой акции идет с 2010 года, когда в 2011 году объявили Международный год лесов. В России стартовала такая акция по всей стране. Она носила название «День посадки леса». Была ориентирована на то, чтобы люди были более близки к природе. Они знали, как нужно оберегать, сохранять наши леса и как еще можно приумножить. Этим самым мы хотели достучаться до простых граждан, что для того, чтобы нам комфортно жить, нужно совместно создавать эти условия. Вот. Получается, с 2010 года в республике, это уже 8-я акция, ежегодно весной и осенью мы проводим такие акции. Весной в этом году мы посадили около 2 миллионов штук маленьких деревьев по всей республике. В этой акции приняли участие около 30 тысяч человек на площади. Целое движение уже. Да, уже традиционно, так скажем, носит природоохранные акции, носит традиционный характер, и все больше людей примыкают к нашим рядам. Сам процесс вот получения таких сеянцев или саженцев, он очень трудоемкий и очень кропотливый. Чтобы вот получились вот такие 2-летние сеянцы, обязательно с маленького семечка нужно произвести определенные работы. Сначала эти семечки собираются, это тоже очень длительный процесс, иногда занимает порядка 2 лет. Вот. И потом, не чтобы... представляю, сколько выдержки надо иметь. Профессия лесовода, я считаю, это очень благородная профессия. Мы после себя оставляем зеленый свет. Вот. Процесс очень длительный. Чтобы получить хорошую деловую древесину с одного дерева, например, сосны, необходимо порядка 80 лет. Дуба больше 100. Представь себе. Сотня. Ужас. Да, какой это период. Даже человек столько не живет.
Большое спасибо жителям, которые принимали участие вообще в посадках деревьев. Благодаря их усилиям у нас производятся новые леса. Сама технология, после того, как посадили, если это в естественных условиях, то есть в лесной среде, то практически не надо их поливать, потому что это естественные условия для этих растений. Если в городской черте, то обязательно нужен уход. То есть нужно своевременно поливать, наблюдать за ними, чтобы их другие сорные растения не задавливали. Но факторов получается огромное количество, поэтому однозначно невозможно сказать, что невозможно. Не уследили и поэтому завяли. Возможно, что просто не прижился. И этот момент тоже бывает, да. К сожалению, технологию при посадке нужно соблюдать досконально. Угу. Если даже один корень останется на поверхности земли, то есть большой риск, что дерево погибнет 100%. Исламская академия в городе Болгар уже через год примет первых слушателей с работами, которые сейчас проходят на объекте, ознакомился государственный советник республики Менсемир Шаймиев. Средства на возведение академии выделил благотворительный фонд «Возрождение». Деньги перечисляли не только жители Татарстана, но и из Чувашии, Москвы и других регионов страны. Помимо здания учебного заведения, также будут построены 6 студенческих кампусов, библиотека и спортзал. А на месте воссоздания собора Казанской Божьей Матери строители приступили к кладке стен и колонн. До декабря они собираются сложить почти 700 кубов кладки. Об этом стало известно на выездном совещании по возрождению храма, который провел Менсемир Шаймиев. Напомним, первый камень в основании собора заложили 21 июля, в день образа Казанской Божьей Матери. С тех пор здесь залили фундамент, успели в поставленный срок. Ранее запланированное на этот год строительство свода подземного пещерного храма отложили на лето. Фундамент и новые стены должны дать усадку. И те задачи, которые возникают, мы должны в сжатый срок и оперативно решать. Это просто мобилизует всех нас. Это надо иметь. Потому что, когда бы мы не пришли, мы могли бы сказать, вот мы должны были так продвинуться на этом этапе, где-то задержка, где-то декадный или какой, это уже ваш вопрос. Значит, что мешает дальнейшей успешной работе, если что, скажите. Я был как раз тоже на этом совещании, и мы пришли к общему выводу. Вот Менсемир Шаймиевич умеет так дать направление, и в том числе при строительстве данного объекта, собора в честь Казанской иконы Божьей Матери, что назвать, что мешает, нет таких причин, потому что все вопросы, которые связаны с инженерией, вопросы, связанные которые с проектами, где-то они могут еще иметь некие зазоры, но очень четко все регулируется. Поэтому в этом плане я совершенно спокоен, что мы движемся точно и в нужном направлении. А теперь вот что мешает, вы говорите? А я думаю, что не мешает, а может быть кто-то может быть опоздать на этот поезд в своем участии. Потому что, посмотрите, может быть кто-то хотел поучаствовать какими-то средствами в строительстве базового фундамента, да? Не успели оглянуться, фундамент уже стоит. А кто-то еще размышляет, а стоит ли мне немножко найти деньжонок на кирпич? Торопиться надо, а то уж кладка закончится, и опять ты останешься, не успеешь что-то сделать. Поэтому я думаю, что вот это очень важно помнить, что не сожалеть бы потом, что не сумел реально поучаствовать в строительстве столь важного собора, как собор Казанской иконы Божьей Матери на месте ее явления в городе Казани. Это было главное за неделю. Всего вам доброго.